Звонили мне, говорят, вот 8 марта, тема женская, журналу нужны объекты подходящие. Я потянула время немножечко, а потом продумала себе костюмы. Условие было, что только с баяном. И я захожу, конечно же, каблук, конечно же, узкая юбка, локоны. И на меня так глянул, и типа, это на обложку. Я сначала хотела обидеться, ну как это? Я же все-таки в возрасте, я же все-таки преподаватель. Стрелы, там, брови, это плойка, это мне не родное, но раз, допустим, в месяц я могу потерпеть. К самой поездке я готовилась очень тщательно. Я брала уроки танцев, дефиле. Я немножко эгоцентрична, и когда я в центре внимания, я чувствую себя королевой. С возрастом там можно не бороться, нет, его надо принимать и стараться удержаться вот на плаву, что называется. Ну, на каблуках, в данном случае.